Depuis que Viktor Yanukovych a refusé de signer un partenariat avec l'Union européenne fin novembre, les opposants sont chaque jour plus nombreux à se réunir place de l'indépendance à Kiev. This is your moment. America is with you. I am with you. La population russophone ne décolère pas. Ce dimanche, des face-à-face tendus ont opposé des manifestants pro-russes à des pro-Maïdan, comme ici à Donetsk, mais aussi à Sébastopol et Kerch. Le président russe vient de confirmer le rattachement, la réunification, dit-il, de la Crimée à la Russie. Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la tentative russe d'annexer la Crimée. Forte hausse des tensions séparatistes dans l'est de l'Ukraine. À l'issue de manifestations, le Parlement régional de Donetsk a été saisi par des séparatistes qui ont proclamé une république indépendante et demandé l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Hier, une cellule de crise a été mise en place et une opération antiterroriste va commencer contre ceux qui ont pris les armes. Fasciste ou encore rentrer chez vous, crisez civile à l'armée ukrainienne. Impassibles, puis désemparées, les forces armées ukrainiennes font face à un mur humain. La chancelière et moi-même, nous prenions une initiative pour trouver une solution à ce trop long conflit ukrainien. Je ferai de mon mieux pour défendre le peuple ukrainien, pour amener la sécurité et la paix. Порошенко appelle les membres de l'OTAN à армії son pays. Брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Ще не менше мільйона півтора, там просто зайвих людей. Головніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. À plus de 1200 km de Minsk et des accords diplomatiques, la guerre n'a jamais cessé à Debaltseve. Kiev s'appuie aussi sur le soutien indéfectible de l'OTAN. Si la Russie utilise la force contre l'Ukraine, cela aura pour elle des conséquences, des coûts. Я каждый день смотрю новости, то перемирие будет, то не будет перемирия, я этого не знаю. Контракт вроде бы подписали, не подписали, я не знаю. У меня мать погибла, я не знаю. У меня брат сирота остался. Саш, бочка там почти пуста, надо будет ее выносить в гараж. Я Давыдова Тамара Петровна. Вот это произошло сейчас, час ровно назад где-то. Вот такие обстрелы, вот стекла полетели в доме. Мы сидели с мужем в коридоре, прикрывшись, потому что это ж не первый раз у нас такое. Все время стреляют. Но как сейчас вот это стреляли, так это ж уже просто ужас. Первые годы мы в 2014 году уезжали, в 2015 обстрелили, в погребе сидели. Но это ж думаем, ну может это ж уже должно когда-то закончиться. Ну в конце концов, как видите сами, вот только что все посекло. Я же говорю, окна полетели. Вы наши городские, да? А? Городские. Не, мы из Екатеринбурга. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Thank you.
идут на линии соприкосновения, обстреливаются преимущественно объекты социальной сферы, объекты обеспечения. Увы, за эти неполные полторы суток погибло 4 горловчан. 7 получили ранения разной степени тяжести, в том числе и тяжелые. У нас разбито 34 дома частного сектора, разбито 10 домов многоквартирных. У нас в течение этих суток были перебиты 11 линий электропередач. Сейчас осталось в работе сделать 2, но они находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. Энергетики туда выехать не могут. Вследствие чего стояло без электроснабжения 15 тысяч абонентов. У нас разбиты 4 газопровода были, сейчас доделывается газопровод на Гагарина. Хочу выразить просто сумасшедшую благодарность людям, которые это делают под обстрелами. Это сугубо гражданские люди, это сотрудники коммунальных служб, сотрудники государственных предприятий, это Донбассгаза, РЭКа. Ситуация накаляется, обострение продолжается, и сейчас мы с вами стоим, слышим обстрелы по окраинам города идут. А вот в школе ситуация? Да, прошу прощения, конечно. В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Снаряд крупнокалиберный прилетел в угол школы 50-й. В это время в учительской находились двое преподавателей, одна завуч преподаватель, и недалеко от них находилась секретарь. Преподаватель и завуч школы погибли на месте. On vient en vitesse, on n'a pas le temps de rester trop longtemps parce que c'est bombardé régulièrement. On est dans l'école qui a été touchée ce matin. Voilà, on va faire des photos maintenant, je pense que ça suffit. Чантибура. Здесь проживаю, в этой квартире. Жена была на вокзале с невесткой. Невестка привезла ее сюда, это в районе часа. Обстрелы начались уже. Уже и были рядом где-то. Сильно взрывы такие были. Невестка хотела сбежать, а потом вернулась назад, говорит, опасно очень, сильно, сильно бьют. И тут накрыла нас прямо, она где сидела на скамейке, невестка рядом, и я там возле двери. И тут как накрыло, так сразу темнота и звон в ушах, я до сих пор ничего не слышу. Вот это... А в котором часу это было? Я уже час где-то так ориентировочно там. Ее посмотрели... Скорая приехала, посмотрела, осколки побитые, грудная, бедра побитые в осколках, там вот показывали, уже. Бать, помощь какая нужна? Да какая тут помощь? Что сейчас, чтобы приехали, забрали? Сейчас приедут, ритуальная служба, вот дали направление. Сказали, что приедет ритуальная служба.
Ну как, все время кошмар был. Вот вы же видите, какие разбитые дома наши. Это все украинское, наши украинцы, нас долбят. И что мы можем сделать? Некоторые поуезжали, побросали дома, квартиры. А я, местная жительница, никуда не тороплюсь и не бросаю ничего. Не дождутся они нашей смерти. А почему вы решили не эвакуироваться, как остальные? А куда я буду эвакуироваться? У меня нету ни в России знакомых, нигде нету. Я вот здесь живу и живу. Direct, les premiers combats, la fin des combats. Et apparemment, c'est les armes. Donc là, on s'avance pas, c'est très dangereux. Mine. Ça pète. Hop là, on continue de filmer. Deux corps, je sais qu'en France on n'a pas envie de voir les blessés, moi je vous les montre, je suis désolée, la guerre c'est ça, alors si vous pouvez l'arrêter cette guerre, arrêtez-la parce que voilà ce que c'est la guerre, c'est des gens qui meurent, c'est des civils. Les impacts.
как вас зовут? Буквально 100 метров. Если можете, пойдемте сюда, если можете. Как вас зовут? Сколько? Я Александр Георгиевич. Сколько вам лет? 81 год. Ну, как зовут Александр? Я. 81. Я вырос в подвале. Во время Отечественной войны я вырос в подвале. Вырос в подвале я. И теперь мои внуки должны... Я suis désolé. Putain! Venez, monsieur! Monsieur, monsieur! Venez. Donnez-moi la main. Venez. Les gens ont envie de mourir maintenant, tu vois. Venez. Мы уже не боимся ничего. Она обстреляли, взорвали двери в магазине, забрали все, мы остались. 20, ребят, с 21 числа у нас нету света, нету воды, нету газа и хлеба нету у нас. Хлеба нету, нам есть нечего. Похоронили моего племянника. Со старого шифонера слепили ему гроб и похоронили. Благодаря украинским негодяям. Человек по-человечески не мог умереть даже. Вернее, Украина не виновата, ребята. Виноваты некоторые фашисты. Мы их называли карателями. Donc on rentre dans un abri, les bombardements reprennent. Je te laisse écouter. Он девочка вам отвечает. Я главный врач городской больницы номер 2, ответственный за координацию всех лечебных учреждений города Горловка, Якуненко Нелли Николаевна. Я подтверждаю о том, что с 2014 года на протяжении 8 лет по сей день идет постоянные обстрелы городов Донецкой Народной Республики. Ежедневно к нам практически ежедневно поступают мирные раненые, которые пострадали в ходе боевых действий. С травмами очень тяжелыми. Непонятно, как могло человечество применить против своего народа, который был в их составе, такое оружие. Тяжелейшие именно взрывные травмы, посттравматические ампутации, осколочные ранения брюшной и грудной полости, осколочные ранения головы, ушибы головы, осколочные ранения глаз, осколочные ранения всех органов с повреждением, тяжелейшими, толстого, тонкого кишечника, желудка, печени, сосудов крупных, нервных пучков, которым нужно оказывать помощь не один час оперировать, не два, а 3-4. Touché hier.
В этом вопросе у меня есть некий личный опыт. 26 мая 2014 года начался, вот для меня вот началась война в этот день. А в этот день я с группой журналистов попал на перекресток возле метро. Это где-то меньше, чем километр от Донецкого аэропорта. Вот. И в этот день на Донецком летали вертолеты. Несколько человек погибло среди гражданских от выстрелов с этих вертолетов. И более того, один из этих вертолетов стрелял по нам, по журналистам. Это вот был яркий для меня момент. Для меня по-настоящему началась война. Прям вот сразу тогда. Слава Богу, убитых не было. Контузило несколько человек. Ну, то есть, вот это было очень страшно. Это огромная машина, такой летающий танк, летит на тебя и стреляет в тебя из автоматической 30-миллиметровой пушки. Ну, естественно, все журналисты очень испугались, попадали, просто вжались в эту грязь, как в родную, да. И вот, да, для, действительно, авиация, вертолеты стреляли. La bataille pour le contrôle de l'aéroport a été particulièrement meurtrière. Des avions et des hélicoptères de combat ont été utilisés par l'armée ukrainienne qui a finalement repris le contrôle de ce lieu stratégique. Des avions sont arrivés. Il y a eu une explosion près de l'aéroport. Au bout de 5 minutes, ils sont encore venus et il y a eu une explosion de ce côté-là. Ensuite, au bout de 10 minutes, 3 hélicoptères sont arrivés. Et après, une fusillade a démarré dans cette direction. Ils ont commencé à tirer à l'arme automatique et à la mitrailleuse. Vous voyez, tous les postes frontières, en fait, les gens devaient présenter les passeports pour pouvoir passer en Ukraine, y entrer ou y revenir. Donc c'est vraiment la ligne de démarcation. Ils s'en vont. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Elle demande, elle veut...
de la valériane pour calmer ses nerfs et le, j'en ai. Et le réseau. Hein, ça non? Ouais, ok. Сейчас валерьян к нам дать. Стекол нет, света нет, воды нет, не надо мне ничего этого. Дайте мне связь узнать, что у меня с правнучкой 11 месяцев и с беременной невесткой на 7 месяце в подвале роды начнутся. Что она будет делать? А где она? В Харькове. Дайте связь, чтоб я услышала их голос. Просто голос, что они живы. Qu'est-ce qu'elle dit? Je veux entendre la voix de ma nièce. Je ne sais plus combien de temps je ne sais. Parce qu'elle est enceinte, elle est à Kharkov. 11 mois. On ne peut pas lui trouver un téléphone? Ça ne capte pas, il n'y a pas raison. Поедешь? Да. А с кем ты поедешь? С